нашій студії сьогодні завітали організатори благодійної виставки Олександр Скляр та Дмитро Молдаванов. Вітаємо вас в нашій студії. Хотілося б повідомити нашим телеглядачам про благодійну виставку, яка організована на збирання коштів на лікування Олексія Маркітяна. Я хотел бы вначале сказать два слова про Алексея Маркитана, хотя я думаю, что в городе Николаеве об этом говорить не надо. Все-таки я бы подчеркнул лишний раз, что этот человек, во-первых, родился в Николаеве и творит в Николаеве, и говорить о николаевских художниках и не говорить о Алексее Маркитане – это просто нереально. Потому что это один из ярких представителей. Я бы, зная, так сказать, условности, художник мне говорил бы, насколько его первенство находится. Но я думаю, что все художники согласятся со мной, что это один из первых художников в Николаеве, говоря, и говоря о Николаевской художественной школе, вспоминают прежде всего и Алексея Маркитана. Алексей Маркитан сложился как художник в 80-х, активно сложился в 80-х, 90-х годах. В тот момент, когда украинское искусство переживало свой ренессанс, и после развала Советского Союза был такой всплеск интереснейшей энергии и так далее. Поэтому Алексей Маркитан – это человек, которым говорить о постмодернизме, об украинском современном искусстве и не говорить о нем, я думаю, это будет очень вряд ли и очень получится неполное это будет выражение. Потому что это художник, который сложился, это художник, который имеет свое имя, это художник, которого знают во многих странах. Это художник, которым должен гордиться город Николаев, которым гордится город Николаев. Работы, которые висят в больших количествах музеев, в частных коллекциях. Что очень важно, его работы узнаваемы. Это человек, который сложился как автор, и любой критик украинский, я думаю, не только украинский художественный критик, глядя на работы, определить работу Маркитана издалека, это не просто, это, другими словами, это визитная карточка современного искусства. Современное искусство – это не возраст, современное искусство – это настроение. Алексей у нас молодой, современный, по-настоящему современный художник, который излагает настолько интересную трактовку, исключительно с упором на украинскую живопись, говорить о его работах и не говорить о украинской иконописи, это было бы неправильно. Здесь очень много каноники, канонического взгляда на вещи. Я думаю, что так как он изображает человеческое тело, это вообще как бы это его штрих, это его основная его черта. И смешение стилей, которые он позволяет для того, чтобы донести свою идею, свое видение, делает его работы незабываемыми. Я всегда очень часто, когда говорю в нашей галерее, говорю о работах, я говорю, с этими работами можно жить. Да, с этими работами Алексея можно жить в одной комнате. Олексій Маркітян дійсно і дуже яскрава особистість у нашому місті, в нашій країні. І нещодавно вашу мистецьку родину сколихнула жахлива новина про його недуг. Ну, ви знаєте, тут наша виставка, як-то, я не знаю, хто-то із організаторів, мабуть, хто-то предложив, щоб вона називалась «Мир, спасай художник». Это перевернутая фраза от «Художники спасут мир». Я верю в медицину, верю в чудо, верю в доброту наших людей, в начинание наших
украинских, николаевских жителей, которые обязательно захотят иметь у себя такую работу. И в данной ситуации помощь художнику необходима для операции и для, ну, для его надежды, и для того, чтобы мы имели счастье еще увидеть его работы. Яка сума необхідна для лікування і де необхідно провести лікування для повного вилікування? Нужно как минимум 60 тысяч гривен. Это сума небольшая. Ну, чем больше, тем лучше, потому что ну, там ну, плюс разные там, лекарства. Там. Мы помогаем. Ну, все художники Украины вот, включились в помощь. И из Израиля там деньги шлют, там друзья. Вот, ну, то всего надо спасать. Які художники долучилися до благодійної виставки? Чиї роботи наші глядачі, потім поціновувачі виставки, глядачі виставки зможуть побачити? Я би сказав все-таки, що все-таки я б немножко сказав з комерційної сторони цієї виставки. Ви знаєте, у наших цінителів іскусства є рідка можливість приобрести работы наших серьезных художников. Это и Бахтов, и Купцова, и Молдаванов, и Покиданец, и Маркитан. Мирзоев. И Мирзоев. И я назвал только тех художников, которые реально на сегодняшний день являются украшением. Украшением выставок украинских, не только николаевских выставок, которые проходят в мире и отображают современное украинское искусство. И естественно, что так как мы заинтересованы в продаже работ, я приглашаю всех на эту выставку и уверяю всех, что цены будут нормальные. Для тех работ, которые там будут выставлены, цены будут очень хорошие. По крайней мере, 15 работ, которые мы Маркитана отобрали на эту выставку, они замечательные работы. Это работы разного времени, работы, которые украсят любую коллекцию и сделают ее достойной. Я думаю, що люди, які з певних причин не зможуть завітати до виставки, також матимуть можливість долучитися до збору коштів на лікування пана Олексія. Ви можете шукати у соціальних мережах, у мережі інтернет, можна сказати, навіть лозунг «Мир, спасай художника», і за номером картки дружини Олексія можна буде надсилати гроші на його лікування. Також хотілося б дізнатися, наскільки активно ваша мистецька родина активізувалася для того, щоб створити цю виставку, і коли вона буде проходити, щоб наші телеглядачі точно знали, куди і коли необхідно прийти, щоб врятувати Олексія Маркітана. Виставка буде проходити в п'ятницю, 23 іюня, в 4 часа дня. На выставке будут присутствовать все те художники, которые выдали свои работы. Будет присутствовать телевидение, я очень надеюсь, что будет присутствовать весь Николаевский бумонт. И еще раз я подчеркиваю, что несмотря на то, что выставка будет проходить не один день, она будет проходить минимум 10 дней, что спешите, потому что реально я бы сказал, что те люди, которые понимают живописи, приобрести такие работы за такие цены, я думаю, тем самым составить себе прекрасную коллекцию и помочь. И врятувати життя. Помочь, я думаю, что життя. Это шанс. Врятувати життя. Дорогі наші телеглядачі, ми знову ж таки звертаємось до вас. Варто врятувати життя Олексію Маркітану, яскраві особистості нашого міста, яскраві особистості мистецької родини не тільки нашого міста, а й нашої країни. Ви можете звертатися до телеканалу «Миколаїв», до програми «Новий день» для того, щоб з'ясувати подробиці допомоги на збір коштів на лікування Олексія Маркітана. Дякуємо нашим гостям, що сьогодні завітали до нашої студії, за те, що влаштували благодійну виставку. Ми вас чекаємо. Я думаю, що ніхто не разочаровывается
по крайней мере, в тех работах, которые предоставлены, работы реально замечательные. Мы вас ждем и хотим, чтобы вы поучаствовали в этой выставке. Спасибо вам большое за предоставленную возможность. Спасибо. Дякуємо вам.